сорт острого перца Фидальго Рокса. Этот перчик относится к виду Capsicum chinensis. Перчик родом из Бразилии. Кусты среднерослые. Такие вот красивые. С темно-фиолетовыми листьями. Слегка фиолетовый ствол. Высота такого кустика может достигать от 70 до 1 метра в высоту. Ну, у меня где-то в пределах, наверное, 60-65 сантиметров. Острота у такого перчика от 10 до 50 тысяч скобелей. Срок созревания от 100 до 120 дней. Этот перчик хорош для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Вот такие вот красивые плоды, посмотрите. Вот. Фиолетового цвета. Внизу они светлые. При созревании они становятся ярко-фиолетовые. Неонового цвета. Сорт очень плодовитый. Очень большое количество плодов у него. Плоды необычной формы. Очень красивые. Вот такие вот красавцы. Посмотрите, какая красота. Очень-очень плодовитый сорт. Этот сорт многолетник. Его можно выращивать до 12 лет. Можно выращивать уже и на подоконнике, и в открытом грунте, либо в теплицах. На подоконнике высота его где-то будет от 50 до 60 сантиметров. Сорт очень плодовитый. Дает очень и очень большое количество плодов. Плоды вот растут такими вот пучками небольшими, от 3 до 4 штук. И имеют вот такую вот конусовидную форму. Вон, такой цвет при созревании. Фиолетово-кремовый. Внизу кремовый, сверху ярко-фиолетовый. Вкус плодов пряно-фруктовый, слегка сладковатый. Острота у этого перчика от 10 до 50 тысяч скобелей. Срок созревания от 100 до 120 дней. Сорт очень и очень интересный, очень красивый. Такой сорт я советую всем выращивающимся на подоконнике. Он обязательно будет радовать вас красивыми плодами и обильными урожаями.